Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. Вообще, сегодня у меня должен был выйти другой видосик, но он выйдет завтра, он тоже очень интересный. Сегодня у нас в игре появился вот такой вот новый маховик, и он называется маховик топ-преступника. Давайте мы его выбьем. Тут у нас есть сатеночка, вот такая шикарная анимированная, есть рюкзачок, кстати, довольно-таки неплохой, такой черно-бирюзовый. Он, я, конечно, прекрасно понимаю, что он заделан под топ-преступника, который у нас находится, по-моему, вот тут вот, вот этот, вот, да-да-да-да-да, он заделан к нему, но именно по цветам этот рюкзачок очень классно подойдет к пропуску, который, где он, вот этот, за второй уровень. Именно по цветам он тоже такой красивенький, черно-бирюзовый. И помимо стеночки и рюкзачка у нас есть вот такой вот лутбокс смерти. Давайте это все выбивать. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Также в предыдущем видео я разыграл 300 алмазов, было 3 победителя по 100 алмазов. Вот эти замечательные люди получают от меня по 100 алмазов. Все, ваши алмазы уже были отправлены на ваши аккаунты. На момент выхода видео, может быть, они еще не пришли, но я думаю, что они уже придут. Итак, давайте крутить. Первая попыточка 150 алмазиков. Вообще, по сути, каждая стенка в игре оценивается примерно в 1200 алмазов. Посмотрим, как это все падает. Тут у нас ни жетонов не выпало, ничего. Выпали вот эти зеленые жетончики. Зеленые жетончики меняются на стеночки, рюкзачки и также на лутбоксы. То есть всего нужно 185 вот этих обменников. То есть все вот эти вещи, которые будут выпадать, они будут обмениваться на жетончики. Нормально, погнали. Давайте пропустим. Опа! Рюкзачок, хорошо, то есть 50 жетончиков мы уже... Да ну нахер! 85 жетонов мы уже сэкономили, круто! То есть мне осталось, по сути, выбить либо стенку, либо еще 95 жетонов. То есть буквально за 300 алмазов я получил уже и рюкзак, и лутбокс. Офигенно, шикарно, великолепно, погнали! Опять пропуск, стенка! Ладно, хаешка повторная, она у меня уже есть. Хаешка на 13 жетончиков поменяется, также какие-то вот эти ваучеры, карманный магазин. Честно говоря, я без понятия, что это. И плюс еще 14 жетончиков. Давайте скипнем. Без поздравляем, 24 жетона. Хорошо, давайте подождем. Вот чувствую, что сейчас должно что-то выпасть. То есть уже 5 жетонов, уже замечательно. Очень, еще 5, отлично. Уже 10, то есть осталось еще 66 жетончиков. Нормально. У меня было 13200, по-моему, алмазов. Если я закончу крутить, когда у меня останется 1012, либо 11500, это уже победа, это уже отлично. Так, уже 40 жетонов, хорошо, давайте 2 прокрута подождем полностью и 1 пропустим. Ничего, 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 да, стеночку давай. Ага, повторка. Интересно, а за сколько ты? 18, да ты шо? То есть у меня остается 12500 и уже сколько? 58 жетонов. Ну, конечно, за 3 прокрута вряд ли я набью нужные 42 жетона. Но вдруг выпадет сатеночка, да? И все будет великолепно. Тогда эти жетоны, на всякий случай, я просто оставлю. Прямо сейчас я их сливать не буду. Так, сейчас мы должны скипнуть, да? Угу, и вообще все тихо. Ладно. Получается, последний прокрут до 12 тысяч алмазов. И что же выпадает? Я не скипаю, я жду. Я наблюдаю. Вдруг? Нет, не вдруг. У меня 69 жетонов, остается 31. Ну, это будет чудо. По сути, нужно, чтобы выпало 3 каких-то прикольные вещи. Чтобы они поменялись на 15-18. Это еще плюс 15 жетонов. Или 13, хорошо.
смотрите, 13, 5, 5, 23 жетона, все, остается еще 8 всего лишь жетончиков, нормально, хорошо, давайте, я верю, удача у меня есть, я, давай, стеночку, а, все, 18, отлично, супер, все, получается, мы все забрали, даже не за 2000 алмазов, где-то за 1500 алмазов, может быть, там за 1650, 1800. Нормально, 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 хорошо. То есть я обмениваю стеночку за жетоны. Лутбокс мне выпал 3 раза, а рюкзак мне выпал 1 раз. Это все у меня имеется, на все это я не вижу смысла обменивать. Конечно, если у вас нету там каких-то... хаешек, скинов на мотоциклы, вот этой сотеночки, вы потратите побольше. Но, в принципе, 1800 это довольно-таки неплохо за стенку, рюкзачок и за лутбокс. Потому что, по сути, если бы все то же самое запихали в колесо фортуны, либо же в магазин Моко, то вы бы также потратили эти же 1800 алмазов. Вот, так что я считаю, мне повезло, все замечательно. Давайте посмотрим, как эта сотеночка выглядит. Так, давайте для начала посмотрим на рюкзачок. И мне интересно посмотреть, как он смотрится именно с этим пропуском, о котором я имел в виду. Мне очень интересно это глянуть. Конечно, интереснее именно с масочкой. Наверное, с масочкой давайте мы с эти какой-нибудь и соберем. Так, у нас это выглядит все вот так вот. Да, посмотрите, он прям прикольно сюда подходит. Да, рюкзачок такого даже, знаете, больше сине-фиолетового цвета, но вот эта бирюзовая анимация на рюкзаке, она прям практически точно такая же, как на торсе и на маске. Все довольно-таки интересно, но он как-то неестественно прикреплен к торсу. Я могу даже сказать, что он вообще к нему не прикреплен. И как-то вот так вот он выглядит. Дальше давайте посмотрим на лутбокс. Ну, вот он интересно выглядит. Можно даже ему кинуть звездочку, его оставить и с ним поиграть. А рюкзачок я, конечно же, оставлю свой. Так, тут все лутбоксы у меня повторные, тут ничего интересного нету. Дальше по стеночке давайте посмотрим. Выглядит она вот так вот. Тоже давайте на всякий случай ее наденем. А тут избранные кинуть нельзя, да? Ну и ладно. Мне интересно посмотреть, как она смотрится в выкаточке. Давайте зайдем на тусовочный остров. Нет, не на тусовочный, ей нужна тренировка. Мне реально чисто ради интереса... хочется посмотреть, как это все выглядит. Так, у нас тут... так, это хаешки, это не то. Да, это не то. Это хаешки. Мне нужны стеночки. Так, это не то. Это что? Это снайперская, это хаешки. А стенки-то где? Во, стеночки. Давай, хочу сюда. Так, сразу же ставим эту стеночку. Начинаем тренировочку. Тренировочные сотеночки. Давай. Оп. И вот так вот она смотрится. В принципе, довольно-таки интересная сотеночка. Давайте даже ее поставим куда-нибудь вот сюда вот. Перебежим вот так вот. Давай еще раз. Хорошая сотеночка. Нормально. И еще раз. Давай вот так вот. Оп. Хорошая сотеночка, неплохая, очень даже интересная. Вот, как-то так. В общем, сотеночка шикарная. Хотите выбивайте, хотите нет, но лично мне она понравилась. Так, куда я тыкнул? Не туда? Окей. Так, это нужно выходить. А как отсюда выйти? Вижу. Хорошо. Ну, в общем, какой-то такой интересненький получился видосик. Мы выбили сотеночку, новый рюкзачок и лутбоксик. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и да пребудет с вами стиль.